У меня есть где-то еще со времени, когда я вел бизнес, да, в свое время, как все, вел бизнес, в свое время, как все, прогорел с этим бизнесом. К сожалению, так. Но, тем не менее, где-то имел участие в каком-то бизнесе, еще что-то. Доход получаю, плюс юридические какие-то услуги, да, люди обращаются за услугами, и, соответственно, есть определенные договора с компаниями, которые тоже исполняются, и отсюда доход. Предложения разные поступают. Учитывая, что есть и медийность, еще что-то, где-то действительно, могу сказать, на информационном поле у себя в своих там, статьях там, рекламу делают у какого-то агентства, еще чего-нибудь там. Ну, по мелочам вроде, но тем не менее, все это мелочи дают какую-то определенную возможность жить на сегодняшний день.